गाड़ी को तो स्टाइलिश बना दिया, पर लैपटॉप का क्या? ले आओ सुपर स्टाइलिश स्लिम एंड अल्ट्रा लाइट लिनोवो आइडियापैड S540. Здравствуйте, приветствую вас на канале Нотик. Сегодня мы рассмотрим ультрабук от фирмы Lenovo, а именно IdeaPad S540-14. Он полностью сделан из алюминия, он классный, с великолепным дисплеем, как за свои деньги. Давайте посмотрим на него поближе. Корпус ноутбука Lenovo целиком сделан из алюминиевого сплава темно-серого цвета. Конкретно эта модель бывает еще и другие цветовые решения. На ней практически не остаются отпечатки пальцев, но иногда бывают разводы, но они легко стираются. На рабочей поверхности мы видим клавиатуру, классическую от Lenovo под названием MicroType, без цифрового блока, само собой. У нее присутствует диодная подсветка через FN двухуровневая белого цвета. Мне в ней не нравится, наверное, только два момента. Первое — это вот стрелочки вверх-вниз, и то, что через FN, Home, End, Page Up, Page Down, это требует просто привычки. Я к этому привыкнуть за то время, пока использовал ноутбук, не смог. Ну, если вы купите его, куда вам деваться, вы привыкнете. Кнопка включения выведена отдельно, присутствует сканер отпечатков пальцев, и вот здесь у нас динамики расположены. Тачпад. Тачпад большой, вот моя рука, вот тачпад, пользуется им очень удобно, он хорошо реагирует и распознает жесты. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов. Разрешение Full HD. Это IPS-матрица с глянцевым покрытием. Кстати говоря, имейте в виду, эти ноутбуки бывают с двумя типами дисплеев. Бывают антибликовые, там, кстати, 300 нит и 45% покрытия цветового пространства NTSC. И бывают глянцевые, вот здесь 300 нит, тоже яркость, но покрытие цветового пространства NTSC уже 72%, что намного лучше. Да, кстати, в описании к этой модели на официальном сайте Lenovo указано, что еще бывают с HD экранами такие аппараты. Я просто не представляю, зачем такой аппарат делал с HD дисплеем, но они бывают, но я вживую, я их нигде в продаже не видел. Экран отличный, шикарные углы обзора, отличная цветопередача, поверхности вопросов никаких не возникает, при 60% яркости комфортно пользоваться как в темном помещении, так и в условиях промышленного освещения офиса. Экран мне очень понравился, опять же, за свои деньги, это очень хороший экран. Что касается звуковой системы, она состоит из двух двухватных динамиков, которые расположены вот здесь. Если вы видели старые MacBook 15 Pro, вот у них примерно так же было. Звук хороший, особенно, опять же, учитывая стоимость этого ноутбука. Мне он понравился, можно даже музыку слушать, про YouTube и кино я даже говорить не буду. Порты располагаются по бокам этого ноутбука. Слева у нас HDMI, USB Type-C, комбинированный аудиовыход. И справа два USB и картридер, кстати говоря, полноразмерный. Толщина этого ноутбука составляет 1 см и 6 мм, а весит он 1 кг и 630 грамм. Кстати говоря, набор портов здесь точно такой же, как в S340-15. В рассматриваемом ноутбуке установлен процессор Ryzen 5. Это маркировка 35200U. 4 ядра, 8 потоков, штатная частота 2,1 ГГц, максимальный тропбуст на одно ядро 3,7 ГГц. Также у нас 12 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ распаяны на материнке, 8 ГБ стоит в слоте. Максимальный объем оперативной памяти для этого аппарата — это 20 ГБ. Также у нас присутствует SSD-накопитель на 512 ГБ. Я сделал, само собой, ему тест в бенчмарке Crystal Disk Mark. Он у вас на экране, первый и пятый прогоны, все как всегда. И, кстати говоря, когда я разобрал этот ноутбук, я удивился. Там на материнской плате есть еще один пустой M.2 слот. Операционная система здесь установлена Windows 10 Home. Гарантия на него от производителя 1 год. Итак, я думаю, сразу перейдем к производительности. Я вот перед тем, как покажу тест, скажу, что Ryzen здесь работает очень хорошо. И я бы сказал, что на том же уровне, что мы недавно рассматривали S340-15 Lenovo, там был Ryzen 7, он показал себя отлично. Это показал себя просто хорошо, особенно учитывая, что это 14-дюймовый корпус. Но несмотря на то, что здесь стоит просто низковольтный процессор со встроенной графикой, здесь целых 2 вентилятора, теплотрубка и все хорошо. Так вот, к производительности. Провели все стандартные тесты. Кстати говоря, в Cinebench результат не очень сильно отличается от Ryzen 7. Опять же, можете пойти по ссылки в описании, там будет обзор на S340-15, там все тесты и сравнить. Хорошо себя показал. Если подвергнуть тестированию Ryzen 5, то мы увидим такую ситуацию. Именно в стресс-тесте на IDE64, нагруженной на 100% процессорная часть, средняя частота получается 2,8 ГГц, температура 78 градусов, что, в принципе, нормально, очень хорошо. Кстати говоря, если вы хотите нагрузить процессор максимально, на краткосрочной перспективе, там, минут на 6-7, то вот, например, бенчмарк
Corona 1.3 подтверждает частоту 3 ГГц, что очень и очень неплохо для низковольтного процессора, учитывая, что мы никаких манипуляций с вольтажом не делаем, как, например, это бывает на интеловских процессорах. Если загрузить дополнительно еще и Vega 8, который здесь является интегрированным видеоядром, то мы получаем, ну, в принципе, штатную частоту 2.1 ГГц, а Vega, она в среднем колеблется где-то от 480 до 700 МГц ее частота. Что касается игр, то вот, к сожалению, современные видеоигры на ней особо не поиграешь. Я специально протестировал не самую требовательную игру из последних, это Far Cry New Dawn. Везде пресет низкие на трех разрешениях, то есть там будет 720p, 600p и 1080p. Как видите, там не сильно различается количество кадров, но вот, например, 720p, ну, можно, конечно, поиграть на низких настройках, но в среднем вы будете видеть 26-25 кадров, ну, это не особо играбельно, удовольствие вы не получите. Но вы всегда можете обратиться к старым добрым играм или к классным инди-разработкам, либо, ну, просто можно играть в популярные многопользовательские игры, как, например, там, World of Tanks, Dota 2 или CSGO, кто во что горазд. Я на нем играл в Fallout New Vegas, я в нем играл в Valkyria Chronicles, у меня никаких проблем не возникло, игры старые, сильно не нагружают 4-ядерного процессора ему с головой, этим играм с головой. И вот я перечислил уже огромное количество плюсов относительно этой модели, которая мне, правда, очень и очень понравилась, но вот есть одна ложка дегтя в бочке меда, и ей стала автономность этого ноутбука. Кстати говоря, такие же проблемы были у меня с автономностью у S3015. Не знаю почему, но этот ноутбук просто не работает такое количество времени, которое должен. То есть я когда его брал, здесь 48-ваттный аккумулятор, 48 ватт-час у него емкость, он должен, по идее, проработать 7,5 часов в сбалансированном режиме при просмотре онлайн-видео. Но он этого не делает. У меня получилось 4 часа 20 минут, около того. Если смотреть... И, кстати говоря, да, я специально отмониторил этот момент. Вот на экране у вас сейчас есть. То есть вы видите и там мониторинг внутри Windows, и мониторинг хардвер-монитора, и вот какие-то странные цифры. То есть там вплоть до 35% нагружается встроенное видеоядро. И, видимо, с этим связано. Даже если крутить офлайн-видео, то бишь у меня включен был Wi-Fi, я смотрел Adventure Time, и у меня все равно получилось, ну, не сильно больше, 5 часов 30 минут у меня получилось в таком режиме, ну, объективно явно должно быть, ну, намного больше автономное время работы этого ноутбука. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, нужно где-то рычажок нажать в утилите Lenovo или в утилите AMD. Если кто знает, просто напишите мне, потому что, ну, явно должен работать 7,5-7 часов. Это, ну, не обсуждается. Давайте подведем итоги. Что мы здесь имеем? Мы имеем стильный, модный, молодежный ультрабук 14-дюймовый. Можно сказать, что килограмм 630 грамм многовато, но, мне кажется, ну, за 55 тысяч рублей, а именно столько стоит аппарат, это достаточно. Далее. Целиком выполненный из алюминия корпус. Хороший звук, отличный дисплей, достойная производительность, подсветка клавиатуры двухуровневая. Единственное, что смущает, это, да, автономное время автономной работы, но я думаю, что это как-то можно пофиксить. Как, я пока не знаю. Если я узнаю, я обязательно вам скажу. И мне кажется, что вот это вот сочетание, то есть Ryzen 5, 12 гигов оперативной памяти, 512 гигабайт SSD, это очень и очень хорошее предложение за те деньги, которые Lenovo просят за этот аппарат. Учитывая, что у него практически не греется рабочая панель, то есть я замерял, там даже до 36 градусов не доходит, это при стресс-тестах. Но, само собой, греться будет, но вы должны работать все-таки, наверное, на ровной поверхности. Так вот, ну, может быть, издает шум, опять же, только под нагрузкой. Я просто ни одного изъяна в этом ноутбуке-то, кроме автономной работы, не нашел. И это отличное предложение. Кстати говоря, если вдруг для вас отсутствие Windows не беда, примерно в эти же деньги есть вот этот же самый аппарат, но уже с терабайтным SSD-накопителем, что тоже более чем шикарное предложение. Я удивлен, что Lenovo сделали такой ноутбук, и он недорогой. Мне он очень и очень понравился, поэтому я его рекомендую к покупке. Большое спасибо за просмотр и до свидания.